Ребят, привет! Риолинда, Калифорния, 30 мая 2021. Сегодня я покажу и расскажу, как и с помощью чего мы боремся с солнечными ожогами на деревьях. Первое – это побелка, в нашем случае покраска стволов и скелетных ветвей вот такой краской. Это обычная, самая недорогая латексная краска белого цвета. В Америке не используется звездка, используют вот такую краску, разводят ее один к одному с водой и окрашивают стволы и ветви. Второе — это опрыскивание самой листвы, опрыскивают водной эмульсией белой глины каолин. И в моем случае это вот такой бренд Surround VP. В мешке просто измельченная до пудры белая глина. Я насыпаю несколько горстей глины в ведро, разбавляю водой и опрыскиваю ёршиком для унитаза. Сейчас покажу, как это выглядит. Да, ну вот ведро, ребят. Насыпаем сюда пару горстей каолина, разводим с водой и вот обрызгиваю таким ёршиком. Я посчитал, что это наиболее недорогой и очень эффективный способ. В моем случае очень хорошо работает. Ну и третье, что мы используем, это вот такую мешковину. По-английски называется бурлап. Натуральная мешковина. Размер куска примерно 4 на 4 метра, великолепно защищает молодые растения от солнечных ожогов и также зимой от заморозков. И далее я покажу, как это все выглядит в натуре, так сказать. Не переключайтесь. Ну вот одно из деревьев, в данном случае это желтая гуава, укрыта вот таким образом мешковиной. Рядом у меня молодой инжирчик, опрыскал на всякий случай его. Инжиры обычно как бы не сильно страдают от солнца. Ну далее у нас тоже еще одно из растений укрыто мешковиной. Здесь у нас и ствол покрашен краской. Это у нас авокадо, они очень сильно страдают от солнечных ожогов, покрашены также и ветви, практически все обрызганы, листья. Ну, то есть здесь сделан комплекс. Вот таким образом выглядит это деревце авокадо. И сверху еще покрыто мешковиной. Это второе дерево авокадо. Оно опрыскано каолином, и стволы ветки окрашены. Ее не покрываю мешковиной, потому что оно растет непосредственно в близости от абрикоса, и в пекло оно находится в тени. То есть оно в очень таком выгодном положении растет. Ну вот, ребят, как-то так. Ну, еще покажу. Вот здесь еще одно растение у нас укрыто и опрыскано. Это у нас осимина трилоба, она очень чувствительна к ожогам, тоже видите, укрыто опрыскано растение и укрыто мешковиной. И еще одна осимина трилоба, также и комплекс полностью сделан, и окрашен ствол, видите, и опрыскана листва и укрыто мешковиной. Все, всем спасибо за просмотр, бай-бай.